Это бренд хозяйства. Вы сами видите, здесь даже памятник установлен картофель. Жареное отварное пюре фри и даже пай на страже продовольственной безопасности СПК-гигант. Чтобы накормить страну от сих до сих, работы в полях идут бесперебойно. Трудятся хлеборобы с 7 утра до 8 вечера. В железных помощниках 3 комбайна плюс 5 грузовых авто. Работа по себе очень сложная, пыли очень много, так как засушливая осень. Ну а так вообще приятно работать, кабина независимая. На амортизаторах, то есть удобно работать на этой технике. А если бы интереса не было, как бы и не работали. Кому-то надо кормить город. Второй хлеб вальяжно занимает в СПК-гигант 400 гектаров. Львиная доля, 85% площадей, отведено под отечественный сорт «Бриз». Сочетание вкуса, качества, плодовитости. Урожайность культуры кормилицы 360 центнеров с гектара при средних 313 по стране. Ежедневный привес от 450 до 600 тонн. Маршрут на 14 тысяч. Работа пыльная, серьезная работа. Смотреть, контролировать, чтобы крутилось все. На время уборки нет выходных. Работа усилена. В этом году климатические условия для картофеля, конечно, были жесткие. Нет влаги, критическая по влаге. И это очень болезненно сказывается на все культуры, не только на картофель. На финишной прямой, несмотря на помехи небесной канцелярии, уберут картофель аккурат под агротехнические сроки до середины октября. Ожидаемый результат по всей стране свыше 900 тысяч тонн. Такие объемы гарант продбезопасности, качество сохранности урожая гарантируют на приемке. Отделяется на три фракции – продовольственный крупный, семенной и мелкий. Картофелехранилище рассчитано на 20 тысяч тонн. Подготовка почвы под посев урожая будущего года. Уборка кукурузы, овощей, сельхозработы в полях будут кипеть вплоть до ноября. Хлеборобы точно знают – один день круглый год кормит. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели.